Так, у нас на улице уже все глубокая осень. Вот. Листья уже почти опали. Еще несколько дней, я думаю, деревья будут голыми. Но я не расстраиваюсь. Так, дождь уже прекратился. Я себе повышаю настроение. А именно, одела такие желтенькие свои полусапожки резиновые. Вот, которые у меня есть. Их куда-то же носить надо. Вот, их выгуливаю. И взяла свой радужный зонт. Так что полной экипировки Мэри Поппинс идет на работу. Радовать детей. Видите, как здорово. Так, я иду на работу пораньше. Мне там кое-что нужно погладить для декорации. Вот. И был день рождения недавно у моей коллеги. А мы не виделись. Вот. И я сейчас ей с утра написала, какой цвет выбираешь. Белый или красный. Вот. Хочу ей купить розы. Ну, там 3 штуки, может быть. Я цену не знаю. Сейчас посмотрим. Если они не стали по 500 рублей одна штука, то куплю. Вот. Она написала красный. Но я говорю, придешь на работу, узнаешь. И у меня была бутылка шампанского, мне дарили. Вот. Ухажер там в гостинице-то, я рассказывала. А так я и не пью. Вот. Решила ей подарить. И у меня масочки есть. И еще ей для красоты масочки подарю. Вот. Так что надо радовать людей, поднимать настроение. О. Потом вам обязательно покажу букет цветов. Ну, не букет, это прям сильно сказано. Посмотрим, что-то можно выбрать будет. Ну что? Купила своей коллеге красные розы. Конечно, не какие-то огромные. Ценник на розы, но вообще на цветы офигенный. Большие розы стоят 260 рублей. Раньше там они стоили 180 рублей, сейчас 260. Эти розы, там были написаны от 99. Типа нету. Эти розы за 180. Вот. Ну, они маленькие. И 3 розы покупать, конечно, ну вообще, ну короче, я не ожидала, но поздравить надо. Короче, это для вдохновения, это для красоты, а шампанское для настроения. Надеюсь, шампанское хорошее. Вот что значит джентльменский набор. Выпил, занюхал, на следующее утро масочку сделал. Вот что значит иметь заначку. Вот эту заначку свою я, как говорится, дарю. Я все равно особо не пью. Мне не жалко, а человеку приятно. Может быть, вместе потом и посидим. Так что с днем рождения, Надюша. Я думаю, ей будет очень приятно. Купила вот омегу-3 себе. Я, в принципе, пила. Надо будет пропить. У меня, кстати, волосы восстановились благодаря омеге, то, что пропила курс. Здесь 80 капсул. Вот, стоит вон сколько. Но у меня была скидка. Стоило где-то 520, может быть. У меня там были малинки. Я через аптеку.ру покупаю, там малинки копятся. То есть через аптеку.ру заказываю на аптеку. Там копятся эти витаминки. Вот, и потом можно списать и хотя бы какая-то скидка. Так что вот 80 капсул омеги буду пить. А чем занимаетесь на работе вы? Я играю. Ну, наверное, вернее, на кухонке крошечной. Но устраиваю порядок. Ну, вот такая у нас игра. Мы наводим порядок. Вот видите, детство продолжается. Так что у меня самая лучшая работа.
Угу. Так что играем детство. Детство. Всем привет. Сегодня 19 сентября. Отвратительная погода. Вот такая. Жду такси. Настроение тоже тревожное, потому что открываются новые вводные по работе, которые меня не совсем устраивают. Посмотрим. Подумаем, посмотрим, решим. Как мне умный человек сказал: «Надь, что ты думаешь обо всех, подумай о себе». Поэтому будем думать, решать, принимать решения. Это у нас такая уже погода с 1 сентября. Ну, не такие прям дожди, но все уже как бы. А я очень люблю, когда именно бабье лето, золотая осень, когда все золотое и еще тепло на улице. Ну, в этом году этого не было. Я на работе, обучаюсь работе с шарами, с гелевыми, обычными, фольгированными и какими угодно с ШДМками. Вот уже сама надула, с баллоном разобралась, со смазкой разобралась. И вот я такая теперь веселая и радужная.